Ре, весь этерс ирте. Четверка изгнанных из согласия депутатов Рижской думы поддержит кандидата на пост мэра Риги Олега Бурова от партии «Честь служить Риге». Но с некоторыми условиями. Например, независимые просят оставить им кресло вице-мэра. Сейчас его занимает Вадим Баранник. Но партнеры партии Бурова по коалиции согласия категорически против такого бартера. Господин Баранник был избран как вице-мэр от согласия. Нормальный человек должен понимать, если тебя избрали от партии, и ты больше не являешься ее членом, то надо принять мужское решение. Фактически мы столкнулись с позицией согласия. Они считают, что персоналии важнее, чем дела. Нам важнее дела, важнее, что мы хотим продолжить, ту политику, которую до этого реализовывали. Кандидат в мэры Олег Буров считает возможным заключить коалиционный договор с согласием, а с четверкой независимых депутатов – отдельное соглашение о сотрудничестве. Мы продумаем эту юридическую конструкцию. Рижан интересует, чтобы Рижская дума начала нормально работать. Я сам хочу, наконец, начать работать. Да, конечно, сейчас есть мнение, что это те же самые старые депутаты, и что им нужно нести ответственность. Но я уверяю вас, что мы хотим изменить ситуацию. Мы готовы меняться. Выбрать нового мэра депутаты должны до 20 августа. В противном случае Сейм сможет инициировать роспуск столичной думы и досрочные выборы.